Директор Синроссии Аркадий Гостев сегодня в режиме видеоконференц-связи в администрации главы и правительства Ингушетии представил главе региона начальника регионального отдела Федеральной службы исполнения наказаний Сергея Меньшова. Меньшов родился 21 апреля 1972 года. Службу в уголовно-исполнительной системе начал с 1994 года, занимал различные руководящие должности. С 21 года работал в должности замначальника межрегионального учебного центра по подготовке сотрудников отделов спецназначения УФСИН России по Краснодарскому краю. В ходе селекторного совещания также стороны обсудили вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти, развития сети исправительных учреждений, организацию системы исправительных работ. Это достойный офицер, который прошел долгий, серьезный путь в своей службе. Все замечания, которые вы высказали в части трудоустройства, это очень важная ситуация. Правительству будет дано указание в части проработать совместно с руководителем Сергеем Сергеевичем. Будут приняты конкретные вопросы, будут поставлены конкретные алгоритмы их решения. Поэтому в этой части могу только заверить, что и руководство республики, и правительство, другие службы, которые в республике, будут взаимодействовать с руководителем Сергеем Сергеевичем, ну и, полагаю, дальнейшее сотрудничество в целом со службой.